И мы начинаем готовить котлеты. Хлеб впитывает в себя все соки мяса. Помним, главное, технику безопасности и руки в мясорубку, особенно в электрическую, не засовывай. Фарш буду отбивать до появления белковых нитей. Это получится жесткое вдвойне. Вода уже у нас впиталась, чтобы добиться красивого румяного цвета. Перекладывали по 2 минуты с одной стороны на другую. Котлета просто мягкая. Провалился в свое детство, я помню, как эти котлеты делались. Как же сделать так, чтобы котлеты были не сухие, не твердые, а нежные, мягкие, и чтобы их любил каждый, кто придет в ваш дом? Я вам сейчас покажу, но прежде всего я вас приветствую. Приветствую себя на кухне с Алексеем Борисовым, и мы начинаем готовить котлеты. Прежде всего я беру обычный батон, у меня это булка городская, срезаю корку, я сейчас их подсушу, и в следующий раз сделаю из них панировочные сухари. Но сейчас мне нужна только мякушка, только центр нужен из батона, чтобы замочить в молоке и впоследствии использовать при приготовлении наших котлет. Что нам дает хлеб? Хлеб впитывает в себя все соки мяса и не дает им уйти наружу. Поэтому котлеты наши будут максимально сочные. Так, первый у нас готов. Мы его режем на кусочки, чтобы каждый кусочек у нас впитал максимальное количество молока. Хлеб попросту действует у нас как губка. Ага, первый готов. То же самое делаем со вторым. Теперь я заливаю. У меня есть пол-литра молока. Теперь я расскажу про пропорции. У меня будет килограмм мяса. Это полкило говядины, полкило свинины. И на все это мне потребуется 40%. А именно 400 грамм отжатого батона, отжатого именно. Все, я его убираю в сторону, пусть он набухает, я буду иногда перемешивать, чтобы впитывал как можно больше. И мы будем заниматься мясом. Итак, приступаем к подготовке мяса. Нам нужно нарезать его таким образом, чтобы попросту его было удобно засовывать в мясорубку. Я думал о том, чтобы купить уже готовое мясо, точнее готовый фарш. В таких же пропорциях 50 на 50, свинина и говядина. Но я подумал о том, что мне же нужно еще прокрутить и лук, прокрутить и чеснок. И остановился на том, чтобы сделать фарш от и до. Так, лук я тоже режу таким образом, чтобы было его удобно прокрутить через мясорубку. И то же самое делаем с говядиной. Просто кусочки, чтобы поместились в жерло. Плюс еще я положу 3 перышка чеснока. Так, говядина готова. Я достаю мясорубку и приступаем к изготовлению фарша. Сейчас мы отожмем наш батон, чтобы получить 400 грамм, как бы ни звучало это парадоксально, отжатого батона. Я выставляю весы, обнуляю, начинаю жмякать наш батон и поехали. Отжимаем хорошенько, чтобы на место молока хлеб впитал в себя мясные соки и не дал ни капли ничему вкусному убежать. 200 грамм, еще столько же получается. Отжимаем, отжимаем хорошенько. Все, 415. Достаточно. Мясорубка у нас готова на низком старте, и мы делаем фарш. Я буду вперемешку совать в жерло мясо, лук, чеснок, чтобы у нас получилась более-менее однородная масса. Поехали! Друзья, помним, главное, технику безопасности и руки в мясорубку, особенно в электрическую, не засовываем. А мы продолжаем. Фарш готов, лук, чеснок уже внутри. Теперь нам нужно добавить на 1 килограмм мяса 4 чайные ложки без горки соли и 2 чайных ложки черного перца. В данном случае у меня смесь перца. И 400 грамм отжатого батона. Готово. У нас последний заключительный ингредиент. А заключительный ингредиент — это 200 грамм воды. То есть 20% от
веса мяса. Я вооружаюсь вновь перчатками. Одна, вторая. И начинаю замешивать тесто. Сейчас я буду замешивать до тех пор, пока вода не впитается в мясо, в хлеб и не образуется однородная масса. После чего я фарш буду отбивать до появления белковых нитей. То есть мне нужно, чтобы белок выступил из мяса и образовал некую клейкую составляющую. Почему наши котлеты получатся сочные? Да потому что мы не будем их пересушивать, это первое. А второе, мы не добавляем никакого яйца. Смотрите, здесь белок, это мясо. И если мы еще, то есть белок при нагревании начинает скручиваться, начинает быть более жестким. Если мы его еще скрепим яйцом, это получится жесткое вдвойне. А нам этого не нужно. Нам нужно наоборот его размягчить, сделать таким податливым. Поэтому яйца никакого в нашем фарше не будет. Когда мы перемешиваем фарш вот таким образом, спешить никуда не нужно. Нам нужно, чтобы... Смотрите, кстати говоря, вода уже у нас впиталась. Нам нужно, чтобы фарш был промешан очень хорошо. Я думаю, что минут 5 эта процедура займет у нас однозначно. Поэтому я никуда не спешу, нормально замешиваю. И встретимся с вами на отбивании, на выбивании этого фарша. Друзья, фарш мы замешали, и следующий этап – это его выбить до получения белковых нитей. Что мы делаем? Мы фарш поднимаем и отбиваем таким образом. На все про все должно уйти минут 5. Мясо отбили, и я начинаю делать порционные эти шарики. Делать я буду их по 100 грамм. Если у вас нет весов, ну, ориентируйтесь уже каким-то по своим меркам. Так, у меня весы ушли. Не то, что по своим меркам, а по ощущениям. В принципе, ни на что это не влияет. Я просто хочу, чтобы они у меня были одинаковые. Здесь 148 многовато. И я делаю 130 многовато. 110 тоже многовато. 106. Поехали. Сейчас сделаю на одну жарку где-то 5 котлеток. Итак, берем по одному шарику. Формуем некое подобие котлеты. И опускаем муку. Зачем мне опускать ее в муку? Я ее попросту панирую, чтобы добиться красивого румяного цвета. Вот такие котлетки у меня получаются. Один. Таким же образом поступаем со всеми остальными. Так, заключительная котлетка у нас уходит к своим собратьям. А я снимаю перчатки и готовлю сковороду. Ставим нагрев сковородки. Я наливаю растительное масло. Нагрев у меня будет примерно на 7 из 10, а там посмотрим. Масло не жалеем, чтобы его было просто достаточно. И чтобы котлеты не купались в масле, ну, чтобы и насухо ничего не жарилось, иначе у нас будет просто это все дело гореть. Прежде чем я положу котлету в сковородку, призываю быть как можно внимательнее, потому что масло не дремлет и начнет брызгаться. По одной котлетке не спеша кладем. Я вижу, что интенсивность нагрева у меня маленькая. Получается, я добавляю с 6 до 7. Пусть чуть поускореннее будет процесс. С одной стороны поджарилось, и я переворачиваю на другую. Так, вот это бледноватое немного. Но я все равно буду доводить до колера, поэтому ничего страшного. Пусть она будет тоже перевернута вместе со своими друзьями. Итак, я буду переворачивать каждые 2 минутки, пока у меня котлеты не будут зажарены и не готовы внутри. Итак, мы жарили примерно 10 минут, перекладывали по 2 минуты с одной стороны на другую, и котлеты у нас готовы. Я сейчас их выкладываю на подачу и приступаем к дегустации. Настало время дегустации. Я сейчас беру одну котлетку. И хочу посмотреть, что там у нас внутри. Хоть котлеты и не режут ножом, а ломают вилкой, но не сегодня. Итак, друзья, смотрите на разрез. Видно? Отлично. Она прям так и просится в рот. Сейчас я отрежу себе кусочек. Горячая. Как я не ошибся, то что не положил никакого яйца.
Котлета просто мягкая. Ее можно есть даже без зубов. Посоли бы, конечно, чуть больше, может быть, на пол чайной ложки. Я прям провалился в свое детство. Я помню, как эти котлеты делались. Только вместо батона был обычный белый хлеб. И вот этот вот отдаляющийся аромат чеснока, это просто супер. Друзья, а вы вообще помните, каково это, вот эти котлеты из детства попробовать? Напишите в комментариях, вообще часто ли вы котлеты готовите? Друзья, я просто вынужден с вами прощаться. Я вас благодарю за просмотр. Обязательно поставьте лайк этому видео. Поделитесь им со своими друзьями. А также не забываем подписываться на канал. И здоровья! Пока-пока! Это не котлеты, чума. Вкусовая бомба.